Сахал усиливает натиск на Хизбаллу на северных рубежах. Сегодня из Ливана были обстреляны израильские поселки в Западной Галилее. Сигналы тревоги были слышны в Шломе, Ханице и Бицете. Напомню, что накануне террористы нанесли массированный удар по Кирьят-Шмоне и окрестности. В то же время армия обороны продолжает наземную операцию в Газе. За минувшие сутки ВВС атаковали десятки целей, были уничтожены несколько террористов, найдено оружие и боеприпасы. Отмечается, что операция в Рафихе может начаться сразу после Рамадана. В Иорданской долине произошел огнестрельный теракт. Возле Аль-Уджи, к северу от Иерихона, под огонь попали бронированный школьный автобус и несколько автомобилей с израильскими номерными знаками. Не менее 3 человек получили ранения разной степени тяжести. Их доставили в иерусалимскую больницу Шарей-Цедек. Армия обороны перекрыла шоссе номер 90 и установила мобильные блокпосты на примыкающих трассах, а также задействовала вертолеты и дроны. Пока задержать террориста не удалось. По словам очевидцев, он был в одежде зеленого цвета и вел огонь из длинноствольного оружия. Сахал представил новое программное обеспечение для обнаружения террористических угроз в реальном времени, известное как «Охотник». Благодаря ему солдаты могут, сидя за компьютером, удаленно видеть ракетные атаки и действия беспилотных летательных аппаратов, получая подробные сведения о них и их эффективности. Эта система была разработана в начале войны с Хамасом и уже спасла множество жизней. Сегодня военная новинка продолжает развиваться и периодически обновляться, чтобы достичь более высокого уровня функциональности.